Это где? Тебе надо было подсветку какую-то снизу сделать. Неожиданно. Ну, работает все? Да. Вот. Сейчас потыкаем. Сейчас, я просто не понял немножко, как тут что-то то все регулируется. Сейчас мы это все сотрем. Да, я никогда этим не научусь. Да, тут, ну, нет, ну, тут, ну, довольно интуитивно, в общем-то. Да? Что-то я вижу, если ты это делаешь или нет.
тебе нужно какое-то... Там просто охранник уже копытом бьет реально. А, да сейчас буквально 3 минуты. Ты знаешь его? Feed from desire. Feed from desire. Feed from desire. Feed from desire. Thank you.
Все. Yeah.
Забирай своих друзей и уёбывай нахуй! Нам уже давно надо было уйти. Забирай своих друзей и уёбывай нахуй из этого бара! Не могут найти парня какого-то лет 30. Ты не понял, что это фильм, и там тут описывают какой-то фильм, где то ли это был человек, то ли это был человек, который умел как делать. Ну, пророчество, да, реально. Мы не хотели видеть, буквально часа три назад должна была приехать моя подруга с компанией, даже моя знакомая, на машине, чтобы тоже посмотреть выставку и все собрать и увезти на тачке. А сегодня мы шли через парк, и я говорю, слушай, она может просто в последний момент исчезнуть, просто перестать отвечать, и типа, это запросто может произойти сегодня, и это не произошло. Видишь как? Надо было напророчить, знаешь, я могу пойти и найти тысячу баксов, как всегда. Жалею об этом. Что? Как бы, а ты уже пожелала, в общем-то, все это дело. Я не желала, я просто чувствую. Конечно, не желала. Ну, с другой стороны, я вижу в этом плюс. Я вижу в этом плюс, мне не надо, короче, собирать вот это все, упаковывать. Пленку только зря притаскал целый день. В смысле целый день? В смысле целый день? Целый день.